Вот это варенье обычно кладут норвежцы к мясу. Я буду его есть с кофе. Значит, мы находимся в таком месте, где и магазины, и рестораны. И место, где можно свадьбы провести. Тут на стене, как обычно, они вешают следы истории. Старые санки, старые лыжи. Ржавые. Память для них. Вот здесь контора. Сейчас пойдем спустимся туда в магазин. А здесь можно поесть. На втором этаже, на первом. Два зала. Норвежцы очень любят свечи везде устанавливать. Ну, тут, я так понимаю, продается многое, то, что выставлено, тут же и продается. Подушки вязаны. Это, например, из альпака шерсти. Вот такие вот валенные тапочки. Снизу замшевая подошва. 700 крон, но сейчас скидка 70%. В разных размерах, маленькие есть. Пледы с норвежским флагом. Свечи разных вариантов. Ну, это искусственные свечи. Обязательно тролли. Такие искусственные свечи напольные. Лоси, тыковки. Сам магазин в живописном месте расположен. Здесь можно погулять. Я свечу. Большой выбор таких пышных дам. Тут она держит каких-то птичек. Славится своей солидной фигурой. Валенные шарфики шерстяные разных цветов. Yeah,
Валенная, я так понимаю, что это такая сумочка для вина. Бутылочка для воды или молока с мумитролем. Свитеры с норвежскими мотивами. Носки обязательно. Шапочки. Да не изнутри. Флисовые. А сверху варежки таким флагом. Дело, оказывается, там, где нет цены, это не продается. Это как вариант, образец, что можно сделать из шерсти, например, что у них продается. И так далее. Допустим, вот эти не продаются. Это тоже как выставочный экспонат. Вот для маленького ребенка. Вот моя рука. Вот такая курточка. Такая шапочка. Норвежцы очень любят вязать, но здесь не популярно вышивание крестиком. Сочетание очень яркое, приятное. Такой кардиган. Из мягкой шерсти, натуральной. Это тоже интересное сочетание выбрано. Тоже пуловер такой с высоким горлом из трех цветов. Нет, даже пяти цветов. Так, вот очередная дама прекрасная, которая загорает. Аппетитная. Так, вот она немного поела и округлилась. И то ли она йогу делает, то ли она к прыжку в воду готовится, непонятно. Конечно же, у дамы должен быть ухажер. Он ей соответствует по крупным формам. В конце наша дама привела себя в порядок. У нее появилась талия. И ее привлекательность возросла. Так, и вот связали они, как образец, целый ковер такой. Овечки, коровки тут, машина. Домик и люди.